И всем привет, друзья! С вами я, Денис Тай. И сегодня, ребят, мы будем играть в Пигги. Я хочу получить секретную концовку, но, как один ютубер сказал, то, что нельзя подобрать карту в той локации, пока ты не пройдешь все уровни и не получишь ачивку. Ну, короче, погнали. Так. Это у нас карнавал. Я карнавал уже проходил и не один раз, а нет. Так что пошли. Видимо, у них играет сейчас на карте. Карта Прэда, как его? Это... Инфекция. Не инфекция. Так, сюда нужен гаечный ключ. Так, все, я выхожу. Здесь находится гаечный ключ. Мне нужна доска. Хорошо. Сейчас попробую взять доску. Так, золотой ключ. Не знаю, пригодится он. Теперь они... Замок. О, доску, досочку. Туда неси, туда, туда. Быстренько, я хочу гаечный ключ увидеть. Сюда, давай. Давай сюда, гаечный ключ не надо. Давай. Давай. Блин, собака. Собака-то сюда. Ну и пошел. Вот, залезай. Ну пусть. Ладно. Выйду я и опять зайду. Ну потому что мне надо нормально поиграть. А то я тут даже открою, не нашел. Пошел. Давайте пойдем. Просто. Ну, эту лаку я тоже. Но лишний раз ты помнишь. Свинцом, как говорят. Что? Вот ничего. Эту дверку уже открыли. Здесь скалы. Забыл. Ой, за мной подниматься, бабуль. Балового, Милка, кошка, Босик, Мелк, ну и все. Ну хорошо, посмотрим. Какой получится персонаж? Ну давайте-ка. Какая карта? Ну не, ее я уже проходил. Но, я уже сказал, лишний раз мне не помешали. Не, видимо, такие нубы, которые я там проходил, ну потому что
открыли дверку, а уже... Обалдеть. Ну еще классно. Вот это я Пиге задачу задал. Ну что ж, давай пока вы. Попробуй еще раз. Ага, капкан поставил. Ну. Добилась. Понятно. Маты. О! 2012. Ему сейчас 7 лет. А скоро будет ему 8 лет. Не знаю. Вот у него реально весной день рождения или зима. О, это, наверное, 4 или 5. Я не проходил школу. Слышите? Не выберите школу в нос, да. Ну, эту локацию я, по-моему, точно не проходил. Эту. Иу. Ах. Блин. Хотя, знаете, я сейчас кое-что сделаю и зайду на подходящую локацию. Так что, давай. Сейчас, подожди. Короче, не получилось у меня зайти на эти сервера. Они оказались заполненными. Не получилось у меня зайти на этот сервер. Ну, на три. Ну ладно, в принципе, тоже хочу. Так, ну, в принципе, это локация. И так все понятно. Даже эту дверь не открыли. Видимо, ну, быга. За 4 минуты ничего не смогли сделать. Честно, я вам покажу, что тут надо делать. Раз. Два. Они дураки. Потому что сами поглядите. Они ничего сделать такого не могут. Они какие-то неумные. Вот верьте. Он даже не знает, для чего синий ключ. Скажу, для чего синий ключ. А то они дураки, но тут даже не знают, для чего красный ключ. А и красным ключом-то я уже все открыл. Так. Возьму это. Будет открыть вот это. Желтый ключ. Я побегу пока за луну. Ну, дети, они точно дураки, и они не знают, как играть в это время. Но я им помогу, конечно, но что мне еще делать? Помогать. Так, здесь будет монетка. Надо луну еще там что-нибудь пооткрывать. Дверку. И всякое такое остальное. Теперь давайте пойдем брать желтый ключ. Надо открыть нам синий. Вот он на втором. Фиолетовый. Понятно. Ну ладно, фиолетовый нам пока не нужен. Я не хочу. Это не самое важное. Так, ну в принципе я сначала что сделаю этим гаечным ключом. Это я там открою все. Так. И пойдемте, я вам покажу, что же дальше. Помышка здесь. Так, подожди-ка. Подожди. Надеюсь, там никто монетку не подобрал. Ну, короче, они полные дураки. Ну, точнее, они просто не разбираются в Роблоксе. Ну, точнее, в этом режиме точно.
Ну, потому что, видите, они за 4 минуты ничего не сделали. Прикиньте. Ничего не сделали. Ну, прикиньте. Ничего. А я все сделаю. Я уже проходила этот режим и знаю, что делать. Ёбаный чат. Чё ж ты меня так пугаешь-то? Надеюсь, я не додумала это сюда. Я надеюсь. А ну-ка, Нася, порнабы. Чё можешь? Выглядит как обычно. Вот девушка. У меня тоже робокса, в принципе, нет. Самочувствие руки, как будто меня змея укусила. Хотя я даже не знаю. Как болит укус змеи. А так все по кругу бегает. Ну да, точно. Валяет дурака за полные уши. Да ты возьмешь там... Белый ключ находится. Ты его возьмешь, Ёшкинка. Там зеленый ключ. Ты его возьмешь или нет? Ты будь мужиком. Так, ладно, кто? Так. Есть такая, а есть такая. Посмотрим, смелится ли она взять белый ключ и поднести его туда. Который находится наверх. Давай. Давай! Да блин, она не смогла. Фиолетовый. Это кажется или нет? Да чего такие враги? Они даже белый ключ не берут. На багет не берут. А там опять серый. Да возьми ты же этот белый ключ, что ты на месте-то бегаешь? Но они тут дураки. Что еще сказать? Дураки они. Ну ладно, неси это ей. Да вон же она! Наверное, дурак чокнулся. Давай, рабку. Молодец. Тебе белый ключ, беги! Беги! Молодец! Беги! Чё ж ты? Беги, пока не поздно еще. Они, наверное, дураки. Не ее, она же осмелилась это все взять. Ух, у меня чуть сердце не было. Я не знал, насколько они чокнутые. Ну, точнее, не чокнутые, они не знают, как играть. Ладно. Они что видят, что я тут король, меня такой стенд замечает. Я тут король. Надо мне наггетс ловать. Ну что ж. Привет, как дела будешь? Я? Не знаю. Что ты тут делаешь? Да? Видео записываю, что? Ничего. Понятно. Я наконец-то ушел в ту локацию, которую я пойти не могу. Так, давайте, пожалуйста, плей. Ну что тут все зубы? Поехал. Моя сила. Вот так это вообще нубик. Он не поймет, что делать-то тут надо. Я уверен. Мое имя Мистер Пи. И я позвал вас здесь, чтобы спросить мое. Хорошо. Я помогу. Наверное, я так правильно прочитал. Не знаю. Мне надо найти подружку мистера Пи. Пока что я тут ничего не нахожу, потому что я в этой локации очень много играл. Я не знаю, что делать.
Книги, наверное, будет, знаете, как насолить. Так, первое, что я нашел, это зеленый ключ. А зачем мне он? Непонятно. Не выходит на охоту. О, вот. Так, это класс. Здесь есть гаечный ключ. Я знаю, что гаечным ключом можно открыть, и это где-то вот там. А нет, это не тут, это там. Ну пусть будет и там, в принципе. Ну, мне, в принципе, там. Так, отлично. Первый я открыл. Так, первый я открыл. И мне нужно... Давайте белый ключ. Белый ключ пригодится. Ладно. Я тогда возьму красный. Я не знаю, конечно, для чего. А, я вспомнил. Для того шкафчика, наверное, там будет книга. Я так уверен. Я не точно говорю, но я думаю, я не уверен. О, здорово! А нубики все дураки, да? Нет. Хотя
знаю, что сказать. Меня тут все пугают. Надо просто осматриваться. Пригодится сейчас же. Отлично! Вот! Да, вот! Сейчас я не испугался. Молоток. Найдись, молоточек. Баня уже тут. Ну где же может быть молоток? А где этот долбанный молоток? Я уже не смогу его. А, вот он! 20 секунд! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дерьмо. Да или нет? Блин. Да! 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 Я успел! Я успел, ребят, на последней же секунде. Обалдеть. Я сумел! Ёшкин кот!
Ёлочки мне картошки. Обалдеть! Ребят, я успел до последней секунды! Ребят, у меня все получилось! Я на последнем секунде должен был... меня выкинуть уже в обратную ночь, вот в эту. Я быстренько открыла дверь и все. Пошла к конце, там сцена. И все, я плачу пейчиво. Короче, да. Это была первая часть. Наверное, я сейчас буду снимать вторую часть. Она для вас выйдет послезавтра. Да нет, завтра. Короче, и все. Пока.